тебе сколько? 600. Это все мое? Нет. Твой только турникет. Вопросов нет. Давай, удачи. Блять. Барыги что-то охуели. Заебали барыги, блядь. Все цены загнули. Всех приветствую, друзья. Сегодня мы поговорим про рюкзаки. На нашем тесте обзоре будет 4 рюкзака. 2 рюкзака от Сплав 25 литров. 60 литров. И 2 рюкзака от ССО на 60-70 литров. Я точно просто не знаю, поэтому гуглите сами. Ну, примерно, короче, большой объем, 70 литров пусть будет, примерно. И на 25 от ССО. Каждый из этих рюкзаков мы сейчас разберем поподробнее. Каждый мы покажем внутреннюю его компоновку, плюсы, минусы расскажем. И полностью поговорим о рюкзаках. Начнем мы с рюкзака от Сплав Basilart 25 литров. Basilart 25 литров, рюкзак от Сплав. Сам я им пользуюсь, кто подписан на телеграм-канал, постоянно видели мои фотографии как раз-таки с этим рюкзаком. Сразу начнем с того, у рюкзака нету быстросброса, как на следующих наших примерах. Но сбрасывать его, в принципе, удобно. Переходим к внешнему виду в целом, что мы видим. Первое, это внешних два кармана, достаточно объемных, с достаточно хорошей организацией, то есть подрезинено все, чтобы что-то рассовать, там хис, не хис, там мультитулы, там все что угодно. Два кармана обычных подо что-то, то есть что-то положить. Один на молнии сетчатый и основное отделение. Переходим к следующему кармашку. Также, как вы видите, стропы молли, велкро, как молли. То есть сюда можно что-то крепить, сюда можно что-то крепить. Здесь пачки, это вы уже там сами смотрите. Здесь у меня два крепления от Stitch Profi для турникета. Кстати, говно, открывается быстро, но они, ну, они здесь у меня были, я их потому что тестировал, они не очень. Здесь мы видим еще одно отделение под молнию. Здесь на молнии, сюда что-то можете положить. Здесь еще два отделения подрезиненных с резиновой вот такой вот штучкой. Сюда можете там батарейки, там зажигалочки, какую-то мелочевку, мультитулы, там все что угодно. И отделение побольше. То есть здесь у меня вот там швейные наборчики небольшие лежат и так далее. Это вы уже сами по компоновке смотрите. Это отделение больше. Сейчас мы перейдем к внутренней организации. Посмотрим, что у него есть внутри. Также на боковых сторонах рюкзака есть также стропы молли, куда вы можете крепить. В данном случае у меня здесь висит аптечка. И сейчас мы посмотрим поближе, что у нас лежит непосредственно внутри и как он там устроен. Итак, смотрим внутреннюю организацию. Удобен рюкзак тем, что он полностью открывается, и вы получаете доступ ко всему, что у вас находится внутри. Внутренние отсеки имеются также для гидратора. Он вставляет сюда, мы потом перейдем к этому. Что мы видим здесь? Один отсек такой обычный, там для каких-то вещей, мелочевки и так далее. Здесь у нас еще один отсек, достаточно большой, объемный. И сетчатый отсек. То есть что-то для быстрого доступа, чтобы не рыться, не искать, что-то сюда положили, через сеточку увидели, достали. И основной, то есть объем, как вы видите, то есть открыли, вещи сюда загрузили, закрыли, затянули. Он 25 литров, как указано на сайте Сплав, но честно сказать, я им просто давно пользуюсь, мне кажется, что здесь побольше 25 литров.
Потому что сюда у меня вмещалось, ну, действительно, очень много. И пятилитровые баклажки, и что там только не вмещалось. То есть мне почему-то кажется, то, что он больше. Но если сам производитель пишет 25, ну, значит 25. Ну, то есть вы сами видите, ну, то есть он реально, ну, большой рюкзак. И отсек для гидратора. Сюда вы кладете вашу питьевую систему, крепите ее на данные велкрушечки, выводите, то есть сам непосредственно сосочек, уже через щель вот здесь, и все. И крепите там уже непосредственно на лямках, как вам удобно. Переходим к следующему рюкзаку, также от компании Сплав. Если я не ошибаюсь, он называется Карп. Вроде Карп. Ну, гуглите. Вы его сразу, короче, узнаете на сайте Сплава. Он 60 литров уже у нас идет. Здесь, значит, огромные, то есть по всему рюкзаку идут стропы Молли, как вы видите, слева, справа. В основном, то есть отсеки, сюда можете вы закрепить кучу дополнительного снаряжения, какие-то сухарки, медицинское оборудование, там какие-то разгрузочные системы, то есть все что угодно. Место достаточно, вот у нас тут у парня под саперную лопатку, это уже так же каждый смотрит сам. Рюкзак системы быстрого сброса также не обладает, но сбросить его в целом, ну, нормально. Он не каркасный, но он имеет вот такую вот, то есть, систему. То есть это твердая спина, как вы видите. Я вот, то есть, нажимаю. Спина у него, то есть, твердая. Сидеть он будет достаточно хорошо. Лямки плечевые регулируются ниже, выше, как вам удобно, в зависимости от вашего, от вашей физики. И поясной охват, да, то есть, чтобы разгружать с плеч на пояс вес, груз. И так далее и тому подобное. Итак, переходим то, что внутри. Здесь, кстати, еще есть вот такие вот на фастексах системы, чтобы, то есть, вы туда можете просунуть, закрепить какие-то карематы, спальные мешки и так далее и тому подобное. Смотрим, что у нас внутри. Открывается он не полностью до половины, но этого в целом хватает, чтобы получить доступ к вашему содержимому. Так, здесь это у нас шлем с Алиэкспресса. Отстрел будет, следующее видео посмотрите. Здесь большое, огромное, объемное помещение. Забить вы туда можете все, что вообще вам угодно. Ну, то есть, опять же, в зависимости от задач. Для кого-то этот рюкзак может быть маленький, для кого-то он может быть слишком большой. Все зависит именно от вашей функции, вашей деятельности и так далее и тому подобное. Я сейчас вам это рассказываю для понимания, чтобы вы видели модель рюкзака. И в конце видео, конечно, я попытаюсь вам порекомендовать что-то среднее из этого всего, что приобрести. Итак, перейдем. Здесь у нас раз, два, три. То есть, так скажем, сетчатых гнезда для расположения там каких-то вещей в быстром доступе, чтобы вы открыли, что-то достали и так далее. И здесь уже у вас располагается ваше основное там снаряжение, экипировка, оснащение там, вещи, еда и так далее и тому подобное. И здесь еще один большой карман, тоже сетчатый, тоже достаточно большой. А какая там стоит система? Сейчас я вам ее продемонстрирую. Здесь стоит вот такие вот две металлические вставки, палки, как кому удобнее называть. Вот они. То есть, опять же, это не каркас, то есть не каркасная система. Каркасная система — это, то есть, когда у вас... Ладно, на эту тему тоже будет отдельное видео. Здесь они стоят, и, то есть, обратите также внимание, по профилю спины. То есть, выгнуты именно под спину, чтобы разгружать также вес и было удобно при ношении. Это у нас был рюкзак Карт, если, опять же, не ошибаюсь, от Сплав, 60 литров. Переходим теперь к рюкзакам от ССО. Сейчас мы поговорим о рюкзаках от ССО. Сразу хочу сказать, то, что сейчас делает ССО в плане разгрузочных систем, там бронежилет, не бронежилетов, а чехлов для бронежилета, то есть plate carrier, да, это, ну, такое себе, ну, мягко скажем, такое себе. Но разгрузки СМЕРШ, ну, то есть для АК от ССО достаточно неплохие. Также и пулеметные разгрузки у них неплохие. И рюкзаки. Рюкзаки от ССО очень даже лично, ну, нам нравятся, используем. То есть вопросов особо нет. Итак, перейдем к делу.
Здесь у нас рюкзачок от ССО на 20-25 литров примерно. Что мы здесь видим? Первое, что самое такое удобное, так скажем, это вот это крепление для шлема вашего, с которым вы ходите. Вот, например, сейчас возьмем вот с AliExpress говнецо это. То есть вы его крепите, и если вы, то есть в данный момент не носите шлем на башке, вы его закрепили здесь, ну, то есть на фастексе, короче, я думаю, понятно, да? И он у вас находится на спине, что достаточно удобно. Помимо шлема вы можете сюда расположить, там, я не знаю, каремат какой-то засунуть, спальный мешок также затянуть. Данные лямки достаточно регулируются для большего объема, меньшего. Это вы уже смотрите каждый за себя. Здесь также есть стропы моли, чтобы внутри что-то закрепить, если вы не пользуетесь. На боковых, то есть стенках, так скажем, есть стропы моли для крепления какого-либо оборудования, там аптечка и так далее. Карманы, чтобы там бутылочку повесить, еще что-то. Также и с другой стороны. Ярко выраженная спина. Я бы не сказал, что она прям удобная. Неплохо. Выглядит она прям так прям сильно. Поясной там охват, все, то есть есть, вопросов нет. Но я бы не сказал, что это прям очень ему нужно и очень функционально, потому что рюкзак, ну, рюкзачок достаточно маленький. И насколько это нужно, ну, то есть спорно. Но если есть, неплохо в целом. Лямки регулируются, и также здесь есть быстрый сброс. Пока я говорю, вы видите вставку, как работает этот быстрый сброс. Сейчас мы уже перейдем к внутреннему убранству. Что находится внутри? Открываем рюкзак, а также по быстросбросу. Поближе вам покажу, где он находится. Находится он здесь. Вы, получается, несете его, вот за эту петлю дергаете и тянете. Вот она, как это работает система. Вы тянете за петлю сюда наверх, и он развалился. Чтобы потом обратно его закрепить там на место, совмещаете, засовываете внутрь и закрепляете на кнопочку. Система это держит, то есть кажется она то, что типа она может вылетать там и так далее, но на самом деле нет. Много мы уже с ним ходили, испытывали его, все работает, все нормально. Это, кстати, одна из таких вот действительно хороших вещей, конкретно в рюкзаках от ССО, потому что и стоят они, ну, плюс-минус недорого, и обладают быстрым сбросом. Переходим к внутреннему убранству. Здесь у нас рюкзак, опять же, не открывается полностью, то есть полного доступа к рюкзаку нету, как на примере от сплава первого самого, 25 литров. Но внутреннее убранство тоже достаточно неплохое. То есть что-то положить там на сутки вполне даже хватит. Здесь вот такой небольшой кармашек. Вот тут радиечки. Один небольшой кармашек и как бы и все. Вот это все. И сюда убирается гидратор. Или если не гидратор, вы сюда можете расположить уже то, что вам там удобно дополнительно. Гидратор выходит у нас здесь. То есть по центру все как всегда. И выводится на лямочки. Это вот рюкзак от ССО. Достаточно неплохой рюкзак. Замечаний к нему особо нет. Сшит нормально, сшит качественно. Очень удобное под шлем такое крепление. Рюкзак неплохой. Переходим теперь к большому рюкзаку от ССО. Переходим к самому большому рюкзаку, который есть у нас. То есть вот такой вот здоровый прям рюкзачело. Также от компании ССО. Большой, конечно, неудобно, поэтому я буду рядом с ним крутиться. Также обладает все полностью система строп молли. По бокам уже сразу вот такие подсумки, там под воду, под еще чем вы там пользуетесь. Вот такой вот большие, то есть такие объемные, в общем, подсумки. И с левой, и с правой стороны для размещения вашей экипировки. Здесь у нас находится доступ к основному отделению, с тыла, так скажем, сзади, да, рюкзака. То есть, если вам нужно
открыть там с нижней стороны, либо с внешней стороны, как здесь, пожалуйста, доступ у вас есть. То есть, потому что, когда вы грузите ваше снаряжение, экипировку, там вещи, что-то у вас ушло вниз рюкзака, что-то у вас осталось наверху. Чтобы через верх, вот к этому, то, что у вас лежит внизу, то, что вам нужно достать, не лезть, вот есть карман, как раз-таки непосредственно с его задней стороны. Сейчас я его закрою, чтобы ничего у нас тут не мешало. Внешняя, то есть, которая закрывает сам рюкзак, тоже достаточно объемный. Здесь у нас внутри обычный карман. Также есть внешний карман сюда, там вот, чем вы пользуетесь. Там телефончик засунуть, зарядки, там еще что-то. Там какую-то аппаратуру небольшую, там сменные батареи для раций. Это, то есть, я вам говорю как пример. И вот еще один отсек. Здесь у нас находится накидка для этого рюкзака. То есть вы берете и уже непосредственно накидываете его на рюкзак, укрываете там от дождя и так далее. То есть непромокаемый. Переходим теперь к внутреннему убранству. Значит, здесь у нас нет никаких молний, как на предыдущих рюкзаках. Здесь у нас обычная вот такая утяжка. Берете и утягиваете, когда уже там загрузили его, чтобы туда не попала влага и так далее. И как бы вам его так показать, чтобы было удобно? Давай попробуем как-то вот так. Вот она, эта пещера. Здесь у нас есть вот такой один карман для мелочевки. Тут у нас есть карман побольше. Только вот единственное, то есть ребята сделали, ну, из ССО, да, такой огромный рюкзак, но они почему-то не подумали, что, может быть, было бы удобней сделать вот такую молнию, да, то есть здесь и с этой стороны, чтобы человек мог открыть его полностью, ему было удобнее грузиться, складываться и так далее, потому что, ну, это действительно неудобно. И то есть даже если доступ через низ есть, чтобы, ну, короче, это неудобно, поверьте на слово. Лучше вот как на сплавовских рюкзаках открыл, ну или хотя бы до половины бы сделали, вот так. Открыл, и ты можешь, получаешь доступ ко всему, что у тебя там есть, и можешь этим всем оперировать. Здесь у нас, опять же, не каркасная система, здесь вот такой вот как полукаркас, опять вот такие вот вставки, здесь они прямые у ССО. То есть, ну, для такого большого рюкзака это, конечно, опять же, то есть, это уже как необходимость. То есть, здесь нету ничего такого удивительного, потому что это уже необходимо в таких размерах рюкзаков. Потому что если такой системы не будет у вас, не будет, он, то есть, у вас весь вот так вот ляжет и вот так будет на жопе у вас висеть. То есть, это уже как необходимость, как и разгруз. Значит, поясной охват достаточно, по моему мнению, неудачный. Он весь вот так вот гнется. То есть, опора, чтобы разгрузить плечи, там, спину и так далее, он не ляжет. То есть, поясной охват, ну, по моему мнению, не очень хороший. А подушка под поясницу тоже такая себе. Ну, и цена этого рюкзака как бы не очень там большая. Есть у него также быстрый сброс, вставки. По быстросбросу вы увидите. Крепление у этого быстросброса точно такое же, как и на ССО, 25 литров. Но вот эти вот вещи, как поясной охват, по моему мнению, он неудачный. Строп моли на нем нету, как вы видите. То есть дополнительно, например, какие-то магазины, если вы носите на поясном охвате магазины, вы сюда не разместите. Это, то есть, сразу понятно. Здесь также регулируются по ниже, выше плечевые лямки. Ну вот как бы и все. Мне лично этот рюкзак, он, ну, то есть большой, и его организация, доступ к организации не очень удобен. Поясной охват не выполняет свою функцию, по моему мнению, как, например, если мы берем от сплав пример. То есть рюкзак тоже, опять же, такой. Итак, друзья, что я бы посоветовал вам на 3 дня и на сутки? На 3 дня я бы вам посоветовал рюкзак от сплав карт 60 с удобной организацией, также с полукаркасной вот такой вот системой, с хорошими ярко выраженными прям такими плотным поясным охватом, то есть молли и так далее, то есть то, чего нет у ССОшного рюкзака. Ярко выраженная такая вот поясница у него, такая достаточно плотненькая, хорошие плечевые лямки. То есть на 3 дня я бы выбрал от сплава карт 60. И если у вас там
не полный день, там, ну, то есть не полные сутки, я бы выбрал от ССО вот такой, так скажем, рейдовый такой маленький рюкзачок, очень удобный, с дополнительной системой для крепления шлема. Организация у него достаточно удобная, и моли есть, и карманы есть, лямки, то есть для такого рюкзака это вполне. То есть поясной охват, поверьте, вы вряд ли будете пользоваться, вот просто поверьте на слово. Вы просто его накинете и все. Это я бы выбрал там, то есть до суток. До суток и трое суток. Это мой выбор. Вы можете сделать свой выбор и ваше мнение написать также в комментариях, какой вы бы выбрали из этих четырех рюкзаков. То есть, опять же, рюкзак нужно подбирать под непосредственно вашу задачу. Для чего вы его берете? То есть для каких ситуаций, для каких условий, для каких действий. Если у вас поход там, на сутки, например, да, или там, на двое, на трое, то можно как универсальный просто вот взять один такой и вообще не париться. А если вам нужно два рюкзака, ну то есть опять же, это все под задачу. Но если у вас есть средства, есть возможность, купите два. Поменьше и побольше. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Подписывайтесь на YouTube, на Telegram и до новых встреч!